Здравствуйте. Значит, сейчас я хочу сказать, что сейчас происходит. Меня опять пытаются наполнить этой химией, которую меня наполняют в течение 5 лет. Еду и воду, которую меня отравляли в квартире, я сейчас в квартире ничего не оставляю. Все у меня с собой или покупаю очень малые покупки продуктов, да, чтобы съесть или что-то осталось уже со мной, с собой просто ношу. Значит, они не могут, и сейчас они пытаются проникнуть даже в мой рюкзак, который я ношу, вот эту воду, которую со мной ношу, и что-то еще, да. Значит, в этот рюкзак как они пытаются проникнуть? Я иду на работу. Меня приглашают на работу в ресторан. 1, 2, 3, 4. Все это рестораны, в которых работают люди, которые согласны сыпать химию ко мне в еду и питье. Вот. Все это игра, так называемая, для них, да. Представляете? Люди вообще овцы, просто управляемые 100%. Я не знаю, что им, какое вранье им говорят, как они могут идти на это, травить своего ближнего, не зная о ней ничего, обо мне ничего, травить. Я знаю, что они рассказывают очень много всякой лжи, конечно, самые черные вещи они рассказывают, чтобы людей склонить, ну, якобы оправдать этот поступок, что они делают мне. Значит, и что происходит? Значит, иду на работу, там в еду, в ужин мне, в мою тарелку насыпано, или в мой кофе, который стоит, мои вещи, которые я оставляю, естественно, я работаю с официанткой, и сумка, и рюкзак у меня, естественно, стоят в шкафчике, или где там, где стоят всех вещи. Естественно, мне просто отдаляют оттуда, дают работать в другой части, и идут туда, где стоит мой сумка и рюкзак, и туда сыпется еда. Вот. Вот что происходит. Сыпется химия, сыпется воду, что-то. Вот так действует. То есть они как уроды, самые последние уроды, которые лезут везде. Они лезут, они черви, они мошкара, они... Не знаю, что, как их назвать, это которая проникает везде, которая везде сует свое рыло вообще, уродское просто. Вот так они пытаются всеми силами проникнуть ко мне, поближе ко мне и травят. И потом делают на машинках пытаются сделать мне электроразряды, то есть проверяют меня, реагирую я, не реагирую на эти электроразряды. Если я чистая, то он не может пройти. У меня от затылка, когда я была полна химии, они что-то делали, и я просто орала от боли, и у меня такое электричество проходило от затылка и вниз к ногам, да. То есть я даже на колени падала, я орала, очень больно меня... Ну, как электрошок или какой-то очень сильный удар электрический. Вот. И сейчас я чувствую, что там они, значит, направляют туда что-то. Но этого электрошока нет, потому как недостаточно этой химии в организме. Понимаете, что? Вот такое. Значит, вот такое уродство происходит. Слушайте, вы... которые, изучающие эту проблему и участвующие в этом сумасшедшем эксперименте, вообще нечеловеческом эксперименте над одной женщиной, так с вами же завтра же так же сделают, если не сегодня. Вам же это все отойдет. Это же делается для того, чтобы над вами всех контролировать, всех вас, чтобы вы были все роботами. Вы все не нужны никому. Это вас уничтожают, как не знаю кого уничтожают. Как мух надоедливых. Ой, ёпт. Опьювелочину сипо, как сурово.